И всем, всем привет, с вами Ланесто, и мы, ребята, начинаем играть в Minecraft Lite. Да, Minecraft Lite. Почему? Потому что, ребята, давно его, во-первых, не было, потому что надо как-то обновляться, хотя бы делать там реже, но все равно делать. Это записываю аж в июле 15-го, а да, в октябре выкладываю, так что так. Как вам такая? Заранее вот пипец как дико записываю. Вообще. Пипец. Сори, что ролики уже выходят фиг знает сколько, когда и когда. Но такие делишки. Так, секунду. Так. Так что вот такие делышки, что будем записывать, наверное, две серии сразу. Это, скорее всего, будет самое короткое выживание, всего лишь три серии, да, вы не ослышались, три серии. Да, так что вот такие делышки. Вообще, да, я понимаю, конечно, это очень мало, но пипец, что сказать, не знаю, что даже говорить. Так, давайте я уже сразу сделаю, ничего, сколько я буду записывать, фиг его знает, сколько я буду записывать, но... Давайте хотя бы сделаю, ребята, в этой серии. Пойду в шахту хотя бы. Так. Нет, нормально так. Тогда я прокопаюсь уже. Да, прокопаюсь и реально три серии около будет всего лишь, ребята. Да, вы не ослышались. Три серии, потому что, ребята, надо автопрыжок выключить, автопрыжок. Потому что, да, фигня такая, что пипец мне мешает. Так, давайте добудем где-то 12, скорее всего, этого камня. Так, рано, ребят, продолжаем, все продолжаем. Так, делаем, ребята, печку. И делаем, ребята, кирочку каменную. Давайте эту серию посвящем полностью шахте. И давайте запишем Game Rule Keeping Entry True, да. Так. Game Rule Inventory True. Так, и кинемся. Есть. Так, все работает. Так, теперь давайте посвящем целой серии шахте. Шахта серии, или как там, ну, понял, надеюсь. Так, давайте сделаем лодку, потому что тут у нас какие-то странные острова. Вот. Давайте сделаем еще топор. Так. Странно, что у меня скин Алекс стоит. Очень странно. Вообще, мне надо поставить уже... Когда я только начал записывать вообще канал Майнкрафт, мне надо было сделать свой скин. Но, как бы сказать, я поленился, можно сказать. Так, конечно, делаем вот такую сложность. Сори, конечно. Но, да. Так. Пожалуйста. А топором? А топором сразу. Так. Ай, блин, ничего не вижу почти. Почти ничего не вижу. Где тут уголь? Мне бы угля надо. Уголь. Ни хрена не вижу, извините меня. Угля нету. Есть. Не вижу нифига вообще. Офигеть. Так вот уголь, нашел. Все отлично. Хоть какая-то освещенность есть. Во. Так, давайте здесь, да. Хоть какая-то освещенность есть, офигенно. Так, давайте мы тут уголь почти весь добудем.
Пойдем сразу в шахту другую. Хорошо, что тут сразу уголь. На эти где-то 10 угля добудем, на самом деле. Не, дайте 12 или 14. 14. Вот, я 14 добыл. Так, пойдемте сразу в другую местность. Так, давайте добудем еще камни. Потому что надо. Так. Камни. Камни. Надо как-то... Ладно, все. Так, давайте сделаем еще. Факелы. Факелы. А, тут был уголь нормально. Что-то я вообще уже забылся. Коровы нафиг мне не нужны. Так, и мне бы шахточку от побыть в одной шахточке. Хорошенькой. Опа, железяка, отлично. Железяка, это хорошечно. Во второй серии мы, кстати, пойдем сразу искать дракона края, как ни странно. Прикиньте, реально. Вот это прохождение. Три серии, если на второй сразу мы идем искать дракона края. Офигеть, конечно же. Тут железа достаточно. Нормально так. 17 железа, офигенно. Так, давайте мы сделаем тогда еще одну. Одну печь. Потому что одна печь это слишком медленно. И сразу поставим на переплавку. Блин, 9. Это один уголь и одна доска, да? Так, ну, опа, еще уголек. Давайте один уголек добудем ради прикола. Есть железяка. Есть железяка. Так. Нифига. Понимаю. Это только начало. Тогда тебе уже сразу сделаем железку. Железную кирку. Да, мы можем идти на искать, по идее, алмазы. Так мы и сделаем. Так, давайте тогда. Ну ладно, тут я сделаю спаунпоинт. Спаунпой. Давайте мы его сразу проверим. Есть, работает. И работает, отлично. Так, давайте потом прям. Я, наверное, сделаю паузу, потом вернусь, когда я накопал. Прям хорошо. Ребята, продолжаем. Так. Скоро мы уже будем заканчивать, потому что... Ну, если будет прям алмазы попадутся сразу, первая серия, это прям успех. Прям вообще дикий успех. Думаю, железяка это последняя хватит. И думаю, хватит. Думаю, три серии. А то вторая и третья это уже почти конец. Можно считать вторую это почти конец. 25-я. 23-я. 22-я. Давайте до 11-й прокрапаем. 21-я. 20-я. 19-я. 19-я. 18-я. Чуть-чуть осталось. 17, 16, 5 блоков вниз, 15, 14, 13, 12 и вниз еще один, 12, 11. Фух, все, погнал. Пожалуйста, алмазики, пожалуйста. Где вы, мои миленькие? Вы тут прям должны появляться и появляться. Редстоун вижу, редстоун. Так, возможно, там лава. Но это не точно. А возможно, же алмазики. Не, нафиг, пойдем дальше. Алмазики можете вы попадаться? Так, по-моему, надо вот сюда. Или не? Это когда? Какую? Какая? Это что у нас? Это X, Y. Так, а я не вижу. Это что, X, Y? Вообще мы бьем в океане находимся, как бы. А, это эст. Надо, по-моему, соус. Вот этот соус. Север, точнее. Запад, восток. Нет. А вот восток. Юг, север. Я уже путаюсь. По-моему, это... Соус, по-моему. Наоборот. Точно знаю, что если вест,
Въезд с запада, а я с восток точно. Все, ребята, забылся о английском языке, ну ладно. Мы тут больше алмазов, так что нормально. Давайте, когда закончится железная кирка, я тогда закончу. Вот, снимать. Так, редстоун, а тут алмазы будут. Пожалуйста, алмазики. Давайте туда пойдем, не знаю. Вот редстоун, вот прям нормально, вот алмазов. Потому что редстоун как бы чаще. Давай последняя. Все, нету. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами я, Ланес, всем пока, бай.